Рэй? Рэй! Настроение хорошее? Да. Заниматься готовы? Тренировка настоящая, а вот упражнения шуточные. Их своим юным воспитанникам в игровой форме дает Алена Якимова. Каждый раз приходится придумывать что-то новое, говорит тренер. Например, сегодня на татами вышли медвежата. Идем косолапим. Я большая медведица, вы медвежата. Детям такой подход, конечно, нравится. Тренировки проходят весело, так что улыбки у многих не сходят с лиц. Только так в игровой форме можно привлечь внимание детей. Это, кстати, один из секретов Алены Якимовой. Сложность, наверное, все-таки то, что дети маленькие. К ним нужен особый подход. Это не взрослый, когда сказал, сделал. Здесь нужно уметь подойти, играть с ними, быть, так сказать, на одной волне. Прошла обучение, повышение квалификации, дошкольное дзюдо. И поэтому, да, имею соответствующий документ. Сейчас в группах Алены Якимовой занимается больше 30 детей. Это самые юные спортсмены в возрасте от 3 до 6 лет. Зачастую родители спешат, приводя ребенка на дзюдо. Они из 5-летнего ребенка хотят видеть сразу дзюдоиста и хотят, чтобы он и боролся, уже делал броски. Но мы работаем на развитии физических качеств, такие как ловкость, гибкость, внимание, координация. И только потом добавляем элементы дзюдо. То есть мы не спеша внедряем некоторые моменты и влюбляем в этот вид спорта. Коленки выпрямляй, голову прячь. Тянись пальчиками, голову прячь. Вот, молодец. Несмотря на все улыбки и смех, Алена Якимова считает себя строгим тренером. Если нарушается дисциплина, может поругать и даже в угол поставить. Как говорит девушка, во всем должна быть мера, и она ее умеет определять. А вот на вопрос, в чем секрет ее успеха, отвечает просто: любовь к работе и к своим воспитанникам. Александр Халин, новости НТР.